том, как заботиться о себе правильно, каким средством можно доверять, и, конечно, о новом продукте «Хэмп» для тела расскажет врач, дерматолог и косметолог Светлана Черняя. Приветствуем, Светлану! Да-да-да, Светлана! Этот зал, эти аплодисменты, все вам, 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 вам! Здравствуйте! Я очень рада участвовать в вашем празднике. Я счастлива, что меня сюда пригласили сегодня с вами пообщаться. Я с вами немножко хочу поговорить. Я вообще тренер по косметологии для косметологов, семинары веду. Еще терапевт, и вот немножко в таком простом формате я все-таки с точки зрения медицины поговорю, почему же за кожей надо пользоваться и ухаживать именно этими средствами. Давайте поговорим. Вот вы загуглите кожу. Что такое кожа? Это самый крупный, самый большой орган в теле человека. Вес кожи составляет от 4 до 10 килограмм. Общая площадь кожи от 1,5 до 2 метров квадратных. Вдумайтесь, то есть сколько всего кожа у нас составляет. Подумайте еще о чем. Какие функции несет кожа? Ну, смотрите, первое, барьерное. То есть на коже у нас есть специальная микробиота, это микроорганизмы. Как думаете, сколько микроорганизмов живет на коже? Есть какие-то предположения в зале? Очень много тысяч, 186 полезных бактерий живет только на коже. Причем они именно полезные, они защищают нашу кожу от проникновения вирусов, бактерий. Они создают так называемый вот здоровый иммунитет кожи. При наших условиях жизни, когда мы много находимся в помещениях сухих, когда мы много применяем средств с силиконом, с павами, когда мы много используем каких-то пересушивающих компонентов в гелях для душа, да, и у нас кожа пересушивается, и вот эта вот гидролипидная мантия защитная, где живут эти полезные бактерии, она исчезает, и кожа становится уязвимой. Я почему это все веду? Я к этим средствам все сведу. Потом получается, давайте подумаем, какую функцию еще несет кожа. Терморегуляция. То есть у нас и от холода она спасает, и от жары при помощи потоотделения у нас идет охлаждение организма. Какие еще функции ведут кожа? Как вы думаете? Да, правильно. Защита от солнца, например. То есть мы загораем, у нас вырабатывается вещество мелатонин, который защищает кожу, мы темнеем, и это защищает от ультрафиолета, от токсичного действия лишнего ультрафиолета. И это тоже очень важно. Какие еще функции несет кожа? На ней очень много рецепторов, до 300 тысяч рецепторов только от холода и от тепла. То есть это вот такие холодовые и тепловые рецепторы. То есть это осязание, это наши приятные ощущения, это убери руку от опасности от ожога, убери руку там, от того, что может тебе надавить и раздавить. То есть, да? И, соответственно, кожа действительно настолько много для нас делает, что вообще-то, ребят, нам надо ее очень сильно любить и баловать. То есть мы почему-то привыкли, что мы еще лицо наше балуем иногда, волосы балуем, ногти, а вот тело, к сожалению, не балуем. И я очень рада, что Хэмп Collection – это новая коллекция средств для тела уходовых, для вашей кожи. Производит эта классная фирма Greenway, и они выпустили лонч, вот, да. Потому что были известны уже средства для лица, но вот прям для тела вот прям просилось. Вам сейчас показали ролик, это 6 продуктов очень хороших. В чем их особенность? Их особенность в том, что они содержат, во-первых, все экологически чистые продукты. Например, во всех средствах этой линейки, если вы уловили, есть конопляное масло. Что такое конопляное масло? Это не забивающее поры, не комедогенное, легкое, с большим содержанием полиненасыщенных омега-3 и омега-6 кислот, которые защищают нашу кожу, наши клетки, они строительные, входят в строительное как бы вещество для мембран наших клеток. Они помогают транспорту жирорастворимых веществ вглубь эпидермиса. И поэтому во всех средствах этой линейки эта конопляная, достаточно дорогая субстанция есть. Какие еще вещества входят? Я немножко так, знаете, вот немножко по-медицински вам сегодня рассказываю, но мне кажется, это будет тоже вам интересно.
Для рук, например, в крем у нас входит органовое масло. Что такое масло органы? Органы — это такое дерево, живет, оно растет только в одном месте, это эндемик, оно в Марокко только находится. То есть это очень дорогостоящий продукт, который хорошо работает как антиоксидант, как увлажнитель, как защищающее вещество для вашей кожи. И это природное вещество, это не какая-то химия. И поэтому компания не экономит на компонентах для ваших кожи любимой. Давайте любить нашу кожу. Да. Какое еще вещество входит? У нас средство для тела, крем, входит вещество, концентрат виноградных косточек вытяжки. А это ресвератрол так называемый. Это намного круче антиоксидант, чем даже витамин С. Косметологи вот прямо на ресвератроле все сидят. И на самом деле оно еще и более стойкое, и более сильное. А антиоксидантная система, это вот, вот у нас мы все едим, неизвестно что, живем неизвестно где, у нас в окружающая среда загрязненная, у нас у всех нам нужны антиоксиданты. Что еще? Ну, тот же коронавирус я не хотела приплетать, но на самом деле, вот сейчас после коронавируса все, кто болели, зеленый, серый, потому что страдает кислородная насыщаемость кожи, включаются перекисные разные там моменты и накапливается много свободных радикалов. И эти вещества помогают и там в том числе, чтобы кожа сияла, дышала, чтобы митохондрии дышали. Что еще хотелось бы сказать про эти препараты? Эти продукты, они действительно безопасны, то есть они не содержат каких-то консервантов, каких-то красителей. Они действительно разработаны так, чтобы максимально близко к природе и при этом высокое качество. Давайте еще поговорим. Вот высокое качество обычно подразумевает очень высокие цены. Чем приятен этот продукт? Он вам доступен. То есть он высокого качества, но он доступен всем, в принципе. Обычно дорогие VIP-продукты мы вот накопили, купили, поставили на полочку и молимся как на икону. И пытаемся его поэкономить и растянуть на подольше. Эффективность, естественно, этого снижается. А это средство вы можете сами пользоваться, вы можете подарить своим любимым родственникам, подругам, мамам, папам, там, сестрам, дочке, мужу. Вы всей семьей можете пользоваться этими средствами, не экономляя эти средства, потому что это действительно, ну, и качество, и доступность. У нас в эти средства еще входит что? У нас в эти средства еще входит, например, скраб для тела. Там прям экстракт базилика. Это тоже мощный антиоксидант, выравнивает кожу, отмершие клеточки убирает. Это очень важно тоже. Вот хотелось бы сказать, что продукция действительно проверена уже своими пациентами, собой. Наверное, вы многие. Скажите, кто пользуется продукцией Greenway? Покажите руки! Я не вижу ваших рук! Вам нравятся эти средства? Мне тоже. Поэтому очень радует, что компания не стоит на месте, что компания действительно растет, развивается, что она устраивает для вас такие праздники, что продукции все больше и больше, все при этом не теряют в качестве, что они действительно доступны всем и каждому. И мы можем баловать свою кожу, любить, проявлять к ней любовь. Это я вам как дерматолог говорю, очень важно. Потому что мы почему-то на лицо обращаем внимание, а на тело нет. А это вот прям... Кстати, в линейке вы видели, что сейчас к лету готовится есть такой продукт, как от целлюлита, да, с красным перцем, который уменьшает выработку, обменные процессы в клетках, улучшает микроциркуляцию крови, разгружает быстро, убирает целлюлит. И там же есть мята. В средствах для ног есть мята и каштан. То есть это освежает кожу ног и убирает отечность. А отечность, вы знаете, что как бы усталые наши ножки, их тоже хочется иногда побаловать. Что еще для ножек есть? Вы что-то, вот я один продукт пропустила специально, подумаем, какой продукт? Остался, да, крем для ножек с аллантоином, ранозаживляющий трещинки при сухой коже ног, которая тоже, ну, как бы нам очень важна. Я сейчас как бы закончила свою речь, но я не прощаюсь с вами, и я еще буду с вами сегодня еще разок. Поэтому спасибо!